Всех приветствую на канале. Сегодня у нас видео о жилье вокруг третьей дамбы, вокруг пляжа третьей дамбы. Мы сейчас едем по главной дороге. Главная дорога ведет прямо на пляж. Дорога идет перпендикулярно от главной трассы. Поворот у нас прямо перед началом Бердянска. Достаточно все здесь развито. Видно вот справа, например, магазин продуктовый. Еще будут дальше продуктовые магазины. Особо здесь не сильно коммерциализировано. Улица у нас... Так. Не могу рассмотреть. Улица. Улица Фестивальная. Мы движемся по улице Фестивальной. Мы едем. Это самая главная дорога, которая прямо у нас ведет к пляжу. Есть ответвление, есть вот еще один продуктовый магазин справа. Ну и вот уже здесь, это мы от главной дороги проехали 100 метров. И вот уже пошли вывески «Сдам жилье». Скорее всего, по этой улице жилье будет самое дорогое, так как большинство людей, которые двигаются в стороны дамбы, чтобы снять жилье, и двигаются именно по этой дороге. Включим аварийку, можно, например, снять телефончики ради интереса. Можно поставить на паузу, позвонить, узнать, чтобы ориентироваться. Убираем аварийку. Чтобы ориентироваться на цены, которые будут, грубо говоря, на день вашего приезда. Улица Фестивальная, вот 40 была, это мы телефончик фотографировали. У нас до пляжа осталось примерно метров 900. Метров 900. Здесь у нас... Старый частный сектор, советский, заканчивается. Ну, практически на каждом дворе написано «жилье». Улица перпендикулярно влево пошла, улица Можевская. И здесь у нас идет уже, здесь было раньше поле. Это поле у нас застроено современными коттеджами. Коттеджи есть двух-трехэтажные, есть как целые отели на много номеров, так и маленькие домики. Можно вот вперед, например, пастель, отель, снять в ту сторону. Есть многие коттеджи, которые находятся на этапе еще застройки, то есть строительство продолжается. Сейчас глянем, это улица у нас, улица Великолужская, вот, к примеру, 12, чтобы по карте можно было ориентироваться, где мы едем. Это уже другая улица. Ради интереса, если вам интересен данный вид пляжа, можно позвонить, узнать цены. Великолужецкая, вот, Лужская, 20. Отель на очень много номеров. Большая достаточная территория. Продуктовый вот магазин есть по правой стороне. Вот мы поднимаемся наверх. И вот у нас море. Плавно мы спускаемся. Пляжу. Дорога асфальтированная, подъезд на машине прямо идет к пляжу, прямиком. Парковка достаточно крупная. Вот мы видим эту самую дамбу. В основном все люди купаются по правой стороне от дамбы. С левой стороны пляж, как видно вот сверху, он каменистый, он, ну, не сильно пригоден для купания. Вот мы сейчас мы остановимся. Вот у нас, собственно, сам заворот с камнями, о котором мы в прошлом видео рассказывали. Парковка для машин. Здесь есть определенное количество людей, которые разбивают палатку и живут. Вот там вот возле камней по левой стороне. Сейчас мы остановимся. Вот можно посмотреть в левую сторону. Если видно, у нас там маленький уже как порт, не основной. Левее у нас пляж Лиски начинается. С правой стороны тоже видно парковка. Белый шатер, это борцовский клуб. Много людей в форме занимаются спортом. Вот, по левой стороне есть какое-то количество отдыхающих. Там уже есть и камыши, камни, пляжи к отдыху не приспособлены. Может, какие-то городские, как бы там ни было, мы поворачиваем на правую сторону. Мы заезжаем именно на наш пляж. Пляж называется Третья дамба.
На пляже чисто, мусора нет. Видно, вот, например, мусоровоз. Мусоровоз стабильно забирает мусор. Кулечки есть, мусорки. Все чисто, цивильно. Все, как, в принципе, на всех пляжах Бердянска, вокруг Бердянска. Все, которые пляжи существуют в Бердянске. Везде все цивильно, убирается. И это правильно. Это располагает отдыхающих к посещению данного курорта. Людям все нравится, все довольны. Вот ночной полигон, он работает как и днем, так и ночью. По правой стороне какой-то предыдущий, наверное, заброшенный клуб. Вот видно передевалки, культурные передевалки, зонтики. Лежаки можно брать за дополнительную плату, если есть в этом необходимость. Есть ограничения, чтобы машины не заезжали на пляж. Качели есть, как в принципе на всех пляжах Бердянская. Можно покататься на качельках, выпить пивка, скушать мороженое. Детская горка по правой стороне. Все достаточно красиво. Главная особенность данного пляжа — это отдых с детьми. Пляж с детьми просто идеальный. Глубина небольшая, легкий ветерок. Дамба способствует тому, что ветер не сильный, волн нету, море спокойно, и с детьми отдыхать здесь идеально. До следующих видео. Пока!